Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби 2. Начинаем, как всегда, с ивента. И, кстати, я открыл себе два новых растения. Ну, это вот те ромашки, которые, да, были у нас. И перекати поле, по-моему, так оно называется. Ладно, сейчас пока будем проходить ивент. Ага, три стрелы. Ну, давай выставлять. Так, это у нас обычный горохострел. Ну, давай вот сюда, наверное, поставим с тобой, да? Окей. Так, зомби идут по всем фронтам. Давай сюда, наверное, поставим. Еще один три стрел. Пускай будет стоять здесь. Хм. А зачем мне дали здесь близнеца? Скажи-ка мне на милость. Ладно, пригодится, наверное. Так, подожди, вот этого зомби нужно уничтожить как можно быстрее. Как можно быстрее. Так, завалили мы его. Дай сюда удобрение. Хм. Ладно, предположим. Так, ё-моё, мне не нравятся вот эти вот. Сейчас начнется. Они, ребят, прикрываются вот этим щитом. И не только себя прикрывают, а еще и остальных зомби. Поэтому нам нужно как можно быстрее их разбивать, пока они к нам не подобрались. Ну и, как ты видишь, у меня очень мало денег. Ё-моё, Гаргантюа идет. Гаргантюашечка идет собственной персоной. Блин, а что мы с тобой можем сделать? Можем влепить удобрение, в принципе. Можем? Можем. Эть! Влупляем. Ё-моё, что-то происходит. Ха-ха, жестко. Жестко, ничего не скажешь. Давай еще разочек с тобой сделаем такую же штуку. Вот, совсем другое дело. Просто по красоте. Собираем с тобой монетки и дальше продолжаем выставлять наших маленьких горохострелов. Что-то вообще мы их тут распетрушили на изи. Мне понравилось. Ну что же, давай открывать пиньяты, будем смотреть. Ага, вот именно вот эти, ребята, цветочки я и получил. И открыл себе. 1000 золотых монет мы еще заработали. То есть мне дадут еще разок переиграть или нет? Что, не дадут? А, нет, дают, ребят. Поехали. Ну что, давай-ка мы с тобой еще разочек сыграем. Тем более уровень довольно прикольный и в то же время легкий. А три пиньята на выбор — это всегда приятно. Ну что же, поехали. Начнем. Также ничего нового изобретать с тобой не будем. Давай сюда, пожалуйста, устанавливай. Три стрельчик. Пускай здесь стоит. Вот так. Этого сюда поставим. Мне нужен три стрел. Почему мне не дают три стрелы? Эй! Да ну, хорош. Серьезно, что ли? Так, давай сюда, наверное, поставим с тобой, да? Блин, вот это вот мне не нравится. Надо его разнести как можно быстрее. Давай, давай, родные мои. Вжариваем. А вот и три стрел. Так, удобряшечка. Всегда приятно. Дайте редьку. Вот сюда мы ее влепим. Угу, угу. Понабежали, да? Ахламоны, давай тогда блин! Я немножко, по-моему, ребят, лопнулся. Хотя нет, все хорошо получилось. Блин, на самом деле лучше три стрел ставить все-таки вот сюда. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну-ка. Нам нужно с тобой как можно быстрее сделать супер атаку. Блин, вся атака, считай, в холостую пролетела. Потому что они успели прикрыться. Твою же налево, а? Ну куда ты там ползешь, а? Углоедыш мелкий. Влупляем, друзья мои. Просто разнос полнейший. Полнейший разнос. Ух! Бросили своих мелких голодранцев сюда. Давай тогда еще влупим. Че нам, как говорится, терять уже, да? Вау. Вот и все. Слушай, ну довольно легко и прикольно в то же время. В общем, победа за нами, давай смотреть, что нам тут выпадет. Солнцегриб, 5 штук. Так, опять Дейзи выпал. И 1000 монет. Ну что же, ребята, я в принципе доволен. Не знаю, как вы, а я доволен. Хотя этот цветочек очень слабоват у меня. Он имеет только лишь, по-моему, второй уровень. Я от него немножко большего, конечно, ожидал. Но, тем не менее, все равно приятно. Так, теперь я, знаешь, что хотел посмотреть? На каком месте я стою на арене? Я был на первом месте с
причем с большим отрывом от своих оппонентов. И вот сейчас хочу посмотреть, не сбросили ли меня случайно. Так, вот, ребят, видите, перекати поле я получил за 300 побед. Это все закрываем. Смотри-ка, он меня... Ага, он сравнялся со мной. Он со мной сравнялся. Ну, я предлагаю повоевать. Ага, плюс еще, ребята, я за гемы купил себе огненный горохострел. Долго думал, что взять, хуриканы этот или огненный горохострел, или плюс этот, у нас там есть кабачок же еще. Но все-таки взял огненный горохострельчик. Ну что же, берем с вами вот этого. Также возьмем халапеньо. Где у меня огненный горохострел? Вот он, второго уровня. Так, дальше кого я ставил? Я дальше ставил клевер. Так, и кого-то еще мне нужно сюда. Можно, в принципе, взять либо вишневую бомбу, ну или же наш дикий подсолнух. Ну что, поехали. Ну, вначале выставляем с тобой дикие подсолнухи. Вот сюда вот выставим их. Так, потом я выставлял огненных горохострелов. И поехали. Посмотрим, ребят, насколько сильно мне попадется противник. Так, и понеслась. Ну что, можно, в принципе, начинать? Нет, пока не будем. Хотя, давай. Чего уже, как говорится, ждать здесь, да? У моря погоды. Забираем с тобой все это дело. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Смотри, 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 что делает. Съели, да, хламоны? Больно лихо вы начали, ребятулечки. Больно лихо вы начали все это дело. И я считаю, что вы зря. Кто там у нас? Летунчик. Ну, летунчика мы с тобой убираем. Отсюда пускай летит в освояси. Выставляем подсолнухи. Сколько у нас, ребят? 63 тысячи. Маловато. Маловато этого будет. Это все забираем. Так, уничтожил мне подсолнух. Так, психу. Не надо здесь буянить. Давай вот так вот взорвем. И вот так вот влупим. Так, здесь тоже с тобой поставим огненный горохострел. Летунов сдуваем. Они здесь нам не нужны. Так, давай-давай-давай энергию. Кто у нас тут? Псих с газетой, да, бежит? Давай-давай, перемещайся. Бабах, отлично. Вот этот, конечно, очень чувачок мощный. Ну-ка, давай-ка вжарим. Не пробили мы еще, да? Нам нужно... уничтожать с тобой именно вот по нему. Наносить урон, по боссу. Ну-ка. О, 186 тысяч, но этого мало на самом деле. У меня результат, по-моему, около ляма. Ну, не знаю, от чего это зависит, ребята. Раньше я вот так вот делал. Убирал, выставлял новых. Этих мы сдуваем. С тобой, блин, этот хорек меня бисит. Давай, наверное, вот так вот. Оу, он меня обманул. Он меня тут надурил. Ай-яй-яй. Вишневая бомба, конечно, было бы хорошо, но приходится вот так вот, ребята, делать. Хоть энергия нам выпадает, но я все равно почему-то привык выставлять именно солнце. Точнее, подсолнух. Ну-ка. Окей. Не надо, не надо. Так, сдуваем этих летающих. Отлично. Ну, что там у нас? Давай-ка вот здесь, наверное, мы с собой поджарим маленечко. 555 тысяч очков. Но этого мало. Этого пока еще мало, друзья мои. Так, куда ты там летишь, а? Квазимодыч, куда ты вот летишь? 16 секунд остается у нас до завершения задания. Дай-ка я сюда бомбану. Вот так вот. Ну, 600 тысяч почти набрали. Но это в любом случае больше, чем наш оппонент. Он вообще набрал почему-то 7600, я не знаю. А, ну он понятно, ребята. У него самые-самые начальные растения, овощи, как ты видишь, да? Причем не прокачанные, поэтому тут ясен перец, я выиграл. Так, и
по идее, перепрыгиваю своего оппонента, да, на 5 очков, потому что мы с ним были одинаково. Одинаково, а он все равно почему-то оказался на первом месте. Ну, теперь буду я на первом месте. И также, как ты видишь, у меня 3 перчатки, я могу 3 боя, плюс еще 3 перчатки получить за просмотр рекламы. Но я думаю, вам, наверное, неинтересно, если я буду здесь вот это вот все сейчас тут набивать, сколько у нас там? Короче, Железная Лига заканчивается через 2 часа. Через 2 часа. Мне нужно, кстати, здесь набрать офигительное преимущество перед врагом, чтобы он меня не переплюнул. Тогда я, выигрыш какой здесь будет? В Железной Лиге у нас будет выигрыш 50 конфет, 108 гемов и 4200 золотых. То есть я смогу себе купить сразу же еще одно растение, что довольно прикольно. Так, что еще мы с вами, точнее я, успел сделать? Ну, поиграл немножко в Пейне. Кстати, у нас тут появились новые зомби. Это зомби Гаргона, можно так ее назвать, да? И кто еще? Еще какие-то два зомби, я не помню, ребята. Так, как думаешь, стоит ли вот здесь играть или не стоит? В третий вот этот вот уровень сложности. Но он жесткий. И всего 4 гема мне дадут, если я пройду. Ну, это люто, конечно. Тут, как видишь, у меня пройдено. На 3 все. Ну, давай рискнем. Фиг с ним, ребят. Попробуем. Я хочу посмотреть, справлюсь я или нет. Хотя, на самом деле, сложновато. Но азарт, понимаешь, азарт. Что может быть лучше? Эта игра как раз вот для азартных людей. Так, я беру, ребята, защиту. Вот они, новые зомби, как ты видишь. Так, и у нас выбор. Ну, я даже не знаю. Возьмем с тобой взрывчатки. Как можно побольше, да? Плюс ко всему возьму. Ладно, возьму с тобой мину. Ага, здесь нельзя брать подсолнухи. Подожди-ка, подожди-ка, а в чем прикол? Я уже забыл, как назло. Я не помню. У нас кончаются деньги с тобой, да? Все, я вспомнил, ребята. У нас с тобой закончатся деньги, и на этом крышка будет. Так, что же тогда нам сделать? Летающих зомби здесь нету. А здесь будут катапульты бесявые, причем. Ну, может быть, здесь только взять боулинг. Взять боулинг. Ну, чеснок мне неохота брать. Этого может взять. Вот не помню я, честно говоря. Что здесь нужно сделать и как лучше сделать. 3 стрелы, я сомневаюсь, что они нам здесь понадобятся. Ну, я не знаю, ребят, ну давай попробуем, посмотрим. Деньги, ой, деньги, солнце у нас закончится, и все, и мы с тобой проиграем. Давай выставим вначале вот этих на первом ряду. Так, потом поставим с тобой, ну, предположим, мины. Мины очень хорошо уничтожают противников. Так, можно вот этих вот влепить сюда. Не знаю, зачем я их сюда поставил, но пускай будут. И, предположим, запущу. Но мне кажется, вряд ли у меня что-то получится. Будет выпадать энергия, очень-очень мало ее будет вылетать. И мне кажется, что здесь зомби будут. Воу-воу-воу-воу-воу. Этот чудик толкает тут свою статую. Так, сейчас он переместится сюда, потом пойдут они все наверх. Я энергию дождусь вообще или нет? Солнечная энергия будет выпадать сегодня или как? Он еще выше пробрался, да? Сейчас, я не смог пройти, ребята. Он сейчас будет превращать их в камень, точно. То есть замораживать. Мне надо было сюда брать... Я понял, мне нужно было сюда брать что-то огненное, чтобы могло нас отогреть. А так у меня ничего здесь не получится, к сожалению. Да. Нифига себе. Мину мою выкинули. А так, если бы они не замораживались бы, возможно, мы бы с тобой прошли. Возможно. Опять же, не факт. Ну, как-то тратить мне, честно говоря, не особо хочется здесь ничего. Ну, я имею в виду в плане денег. И маги идут, которые будут превращать, по-моему, всех в баранов, да?
Так, сейчас этот сместится вниз. И тут будет большой-большой взрыв для них. Ха-ха. А вот противные катапульты пришли. Ай, да. Так бы мы могли бы пройти с помощью вот наших газонокосилок. Ну, видишь, у нас с тобой еще не все враги здесь появились. Хотя, если мы, например, их сдуем. А что смысл их сдувать? Я не вижу в этом смысла никакого, да? Абсолютно. Ну, здесь мы почикали. О, дали что-то. Что-то дали нам. Ну, вот если мы вот так вот применим, к примеру. Особо мне это не помогло. Причем волна еще будет. Вот она, идут. Идут аглоеды. Ну тут победа в любом случае уже наша, потому что бобры у нас на месте. Они сейчас всех тут съедят, эти газонокосилки, так скажем, да? Всех поуничтожает. И победа будет за нами. Тем более задание выполнено. Этот еще сопротивляется у нас. Джик, уничтожили. Хлам. Так, они что, переместились все наверх? Да, мы их уничтожили здесь. Так, этот если еще перейдет наверх, наверх, наверх. Блин, фигня получается, ребят. Ну давай, давай, двоих, чтобы сразу накрыло. Взорвутся оба? Есть. Так, а этот с какого, блин, перепуга выжил? И этот еще идет к нам. А вот это плохо. Че, сжигать их, что ли? Давай сожгем. Блин, ну тут фигня получается. У меня больше денег нету, я их могу только лишь током бомбить. Если, конечно, вот этот гриб успеет его забомбашить, да, эту горгулю. Ну, я бы даже не сказал, как горгуля, она как каменная статуя. Щит-то у меня тоже, как говорится, не бесконечный. Вот не хватает как раз огненного горохострела. Вот он бы отогрел бы мои растения, и все было бы пучком. А так вот как тут сделаешь? Не знаю, ребят. Да никак. Он не справляется. А эти так и будут стоять? Ну-ка, если я ускорюсь, предположим. А то мы так будем с собой до посинения тут стоять. Ох, как ему долго приходится бомбить. Ты посмотри. Все, прошли, что ли? Они прошли. Но тут опять их встретил щит. И что мы можем сделать? Ну, вот так вот и столько. Все? Да, ребята. В любом случае, мы с вами прошли. Оу. У нас готов. Ха-ха. Зомбос. Так, отлично. Уровень второй мы получили на этом перке. Два гема мы с тобой забираем. Ну что? Будем с зомбосом драться. Я думаю, что стоит. Я, правда, забыл, что он делает. Но сейчас быстренько себе свяжу память. Так, опять, вот, ребят, кстати, вот здесь вот я и добил себе полностью вот эти цветочки. Так, поехали. Надо вспомнить, что он делает. Нужно нанести ему как можно больше урона, если кто не знает. Ну, хватит, хватит уже тут томить меня. Давай, давай, я показываю уже. Все? Ага. Так, беру щит. Да. Так, короче. Блин, не помню, что нам нужно здесь. У нас все растения, как говорится, под удобрением. Как ты видишь. То есть, если мы возьмем с тобой банановую бомбу. Так, кто у нас тут такой же самый-самый противный, а? Возьмем замедляшку, мне кажется, она нужна. Так, мину. Возьмем с тобой сумрачную катапульту. Дальше возьмем арахис и
Наверное, нам надо взять с собой дикий подсолнух. Так, смотрим, ребят. Все ли хорошо? Или же все-таки нам вместо этого взять... Тристрел. Ну, блин, тристрел, фиг его знает. Давай, наверное, вот так вот. Надеюсь, получится. Нам нужно нанести как можно больше урона ему, да, снести всю его полосочку ХП, чтобы получить бонус в полном размере. Так, выставляем. Блин, нам никого лучше не надо выставлять, ребят, потому что при появлении он сразу дает нам бонусы все. А если мы выставим, они бонус уже давать не будут. Так, он, по-моему, появляется по середочке, да, у нас? Если я не путаю ничего. Так, погнали. Ага, вон там он появляется. Сразу же начинается тут веселуха. Мы сразу замедляшку. Так, что он там чудит? Что он опять там творит? Не забываем про наши, друзья мои, растения. Да-да-да, вот он сейчас получает урон. Так, и нужно дальше действовать. Ой-ой-ой, вот это плохо. Так, замедляшку с тобой делаем. И продолжаем бомбить. Не надо его тут перекидывать, пожалуйста, не надо. Сколько у него там еще? Дофига, да, здоровья? Да, дофига еще здоровья. Куда он так перемещается? Сюда? Да. Врезаем ему по полной сурепке. Так, что он там кричит? Разорался, а? Так, надо подсолнух поставить, потому что у нас с тобой, ну, нету просто-напросто. Ну. Да ё-моё, давай сюда-то ставься. Куда он там переместился? Ах ты, елки-палки, обманул на меня. Давай, 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 давай. Блин, там этот что ли идет? Да нет, все хорошо. Успею я за полторы минуты, а? Наказать его? Мне кажется, вряд ли. Но хотелось бы. Так, у нас тут проблемы. Как я погляжу. Давай бомбить. Так, ну, практически, ребята, хотя вряд ли у нас получится, но я постараюсь. Так, ну-ка, вылупляем. Да, блин, там противник у нас встал. Как всегда, вовремя. Давай уберем отсюда сталью. Минута 16 еще у нас, минута 16. Ну, что ты там жрешь, а? Он съел. Последняя, как ты видишь, полосочка ХП у этого босса. Влупляй. Отлично, давай еще влупим. Пускай там хоть заорется. Ну. Да чтоб тебя, давай. Пробиваем хоть, я не пойму. Давай взрывать их тут, в конце концов. 45 секунд, ребята, осталось у него совсем немножко здоровья. Блин, ну дайте мне энергии-то, в конце-то концов. Куда он сместился? Сюда, вниз, да? Подрываем там все. А, наверное, не успею, хотя хотелось бы. 26 секунд, ребята, остается. Все, подбили. Мы с тобой получим полностью бонус. Ну ты видишь, да, он в отключке. У него нифига там не осталось здоровья. Он весь моргает. Ну и нам остается только лишь просто пережить уже остатки этих нападений зомби. И время, время у нас 8 секунд. Все, тут победа будет за нами. И бонус мы с тобой получаем в полном объеме. Ну все, 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 хорош орать уже. Ты и так уже проиграл. Ну и вот видишь, да, 2200 плюс еще тут секретик какой-то, посмотрим, что нам тут выпадет. Так, 2200 плюс ко всему. Ага. 5 грибочков пушрумовских. Ну и, ага, даже еще и чеснок нам выпал. И вот 10 вот этих, ребят, цветочков. А мне нужно соточку, чтобы прокачать их на следующий уровень.
Ну, в принципе, я считаю, неплохо. Довольно легкий такой вот ивент, задание, да, которое мы с вами выполняем полностью. Три попытки, ты понимаешь, есть у нас, да. И за эти все три попытки мы с тобой можем тут наполучать неплохо и денег, и всего. Ну, ребят, опять же, если я буду сейчас делать, вам это, наверное, не понравится, что я буду тут по 3-4 раза перепроходить это все. Как бы по одному разику. Я думаю, что этого будет достаточно. Так, что еще? У нас есть какие-нибудь новые с тобой задания? Давай-ка посмотрим. Может быть, какие-нибудь ивенты новые открылись. Угу, здесь забираем гемы. Так, здесь мы с тобой конфеты забираем. Так, и еще получаем гемы. Итого у нас 43 гема. Так, здесь у нас... Ага. Две битвы на арене. В свободном режиме. Так, здесь, я смотрю, тоже обновилось. Да, вот это вот Epic Quest, конечно, очень жесткий, ребята. Это новый какой-то. Кстати, я здесь не был. Давай-ка посмотрим, что у нас тут. Что это за задание? С кем мы тут должны драться? А, нет, здесь я был. Блин, далеко, конечно, я тут не ушел. Если честно, далеко не ушел вообще. Ладно, начнем, посмотрим, что у нас с тобой из этого получится. Давай огненного возьмем с тобой. Возьмем мину. Дикий подсолнух обязательно нужен. Так, толкателя, наверное, возьмем с тобой, да? И кого тут можно будет еще? Ну, давай вишневую бомбу. Да, в принципе, наверное, и все. Хотя нет, возьму еще. Ну, я надеюсь, этого мне будет достаточно. Хотя я очень сильно сомневаюсь. Тут проблема, знаешь, в чем? Тут проблема в энергии. Ну, по крайней мере, может быть, не в первом уровне, да? А где-то с уровня пятого начинается трэш. Я просто не успеваю, ребят, отстраиваться. Так, зомби идут. Тем более, как ты видишь, здесь пока все нормули. А потом дальше будут там защитить цветочки. Еще что-нибудь. Короче, трешняк пойдет. Зомби будут перепрыгивать. В общем, найдут они тут, чем нас поразвлечь. Ну, давай ты уже ешь и катись отсюда. Надо было вот здесь, конечно, поставить. Было бы эффективнее, да? Эти-то будут посерьезнее зомбари. Но мы их будем тогда взрывать. По идее, они должны вдвоем тут, как говорится, накрыться медным тазом. Ой, нет, подожди-ка, это что-то куда-то... Или взорвутся оба, да, оба взорвались. Отлично, мы этих тоже подорвем. Но, я не понял, а почему не сработал? Вишенка, давай. Так, зомби против зомби там столкнулись. А здесь мы сделаем вот так вот с тобой. Да ладно, да ладно. Гаргантюа пошел, ну конечно же, конечно же. Кто же еще может тут идти? Так, а ты что, тебе с собой приглашение что ли нужно, а? Парнишка, скажи ко мне на милость. Да ну, такого быть не может. Давай-ка. Что ты делаешь? Так, этот съезд, я надеюсь, он за нас будет? Блин, придется вот так вот влупить. Другого варианта я не вижу. Ай-яй-яй-яй. Съезд, да? Ну давай, горохострел, быстрее бомби. Ты же видишь, эти курицы безмозглые идут. Чё-то все у меня пошло не так, как надо, ребят. Вообще, все поперепортили мне. Ну все, проиграли, курицы съедят. Я проиграл каким-то несчастным курицам. Я вспомнил, что здесь надо было ставить этот электрокамыш. Да, ребят. Ладно, фиг с ним, не будем мы это проходить. Это лучше всего, знаешь, за кадром делать. Потому что, ну, я не знаю, что же здесь делать на самом деле. Вот что проходить? Проходить Пенни, ну, поиграли мы в Пенни. Проходили в этот, ну, ивент немножко прошли, да? И все. Ребят, вы пишите в комментах, что сделать. На турнире драться, но я думаю, что вы запаритесь смотреть, как я буду тут постоянно один тот же уровень переигрывать. Хотя награды, да, награды прикольные. Тут 4, тут 4 пиньяты, а потом еще и 8. Сюжетки основной у нас тоже с тобой нету. Так, как бы мы не можем с тобой поиграть даже в нее. Кстати, вот если в Пенни взять уровень, сейчас тебе покажу.
Один, который три в ряд. Я не могу ее пройти, это трэш какой-то. Это просто трэш. И если я не ошибаюсь, это вот здесь вот он. Можно попытаться вот этот вот пройти. Можно попытаться, но мне кажется, что вряд ли получится. Или я ошибся, или здесь будет три в ряд. Сейчас посмотрим. Ага, здесь защити, блин, цветочки эти. Да, защити цветочки. И что, они мне дали всего две свободные ячейки? Молодцы, красавцы, что я могу еще сказать? Блин, да. Естественно, без подсолнуха я никуда, ребят. Ну и как? Как я тут должен, блин, выиграть? Ну это заговор самый настоящий. Вот эти вот мелкими грибочками, да, я должен тут драться? Серьезно? Вы сейчас серьезно это все? Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, предположим, я сделаю замедляшку. Здесь сделаю замедляшку. Здесь поставим вот так вот. Он будет стрелять. Он не успеет уничтожить, понимаешь? Да. Какой-то бред. Да, ну это несерьезно все. Просто несерьезно. Щит сработал, но ты посмотри, где он стоит. То есть они все равно задавят эти растения. Да ведь? Так получится все. Ну да, скорее всего, так оно и получится. Я могу их, конечно, сдуть всех вот так вот. Типа. Но сейчас пойдет супер волна. Ты представляешь, что это будет? Сейчас пойдет супер волна. Да, это, конечно, хорошо вы придумали, ребята. Прям, блин, лучше не придумаешь. Вообще идеально. Куча подсолнухов, но толку от них, сам понимаешь, никакого. Замедление очень мало у нас работает. Но без подсолнухов я бы здесь тоже ничего не смогу сделать. Уж поверь мне. Просто ничегошеньки. Блин, даже не дают мне, знаешь что, даже не дают удобрения. Чтобы я, ну, мог им воспользоваться. Могу вот так вот сделать. Бумс. Ну это же не вариант, согласись. Могу вот так вот заморозить. А их все больше, больше и больше. Газонокосилок у нас здесь нету на этом этапе. Поэтому, как говорится, перебьешься. Так, это только, это лишь только вторая волна. Энергии очень много, но... Ага, все, они съели цветочки. А дальше жесть. А дальше будет жесть. Давай, 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 улетай отсюда. Замедляшку. Остановочку. Да, без удобрений играем, блин. О, трэш. Может быть, конечно, не надо было. Нет, но я бы без подсолнухов бы здесь вообще бы далеко бы не ушел, согласись. Без подсолнухов, ну куда бы тут? Вообще никуда. Ну что это еще за музыка такая? Как будто здесь сейчас танцы выйдут. Ё-моё. Идут, 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 идут по всем фронтам. О! Тут еще этот маг. Его тут мне только не хватало, который замедляет. Не, друзья мои, тут ну, бесполезняк. Я, конечно, подбиваюсь как смогу, но... Вишневая бомба мне может, конечно, помочь в этом деле. Ну вот так вот, смотри. Эть, не могу. Вот сюда вот. Да ладно. Серьезно, что ли? Да ну, какой-то бред. Какой-то бред. Они мне дали тут капельку, стелу и нифига.
Даже если я их... Ну, я могу выкинуть, конечно, их, но зачем? Точнее, не выкинуть, а электричеством их побомбить. Короче, в это испытание нужно идти хотя бы с 1005 монет золотых, чтобы его пройти. Получается так. Ну, его пройти можно, на самом деле. Даже несмотря на то, что у тебя нету там сильных, мощных растений. Да хорош ты, зомбос. Может, бомбануть его разочек, а еще? Давай бомбанем. Так, второй уровень сложности. И третий. Мы проходили с тобой на первом, да? Давай на втором. Но вряд ли я, конечно, смогу его забомбить полностью. Это факт. Ну, а если получится, то мы с тобой получим офигенную награду. Ну, первую-то еле-еле прохожу. Если бы были бы прокачаны растения... Тут все зависит от прокачки растений. Чем они у тебя выше по уровню, тем, соответственно, тебе проще. Так, зомбари, зомбари. Так, ну что? Возьмем с тобой... Что тут лучше взять-то? Может, этих сюда возьмем еще с собой? На всякий случай. Так, ну мины по любасику нам нужны будут. Боулинг. Боулинг не хотелось бы на самом деле брать. Можно заморозку взять, кстати, тоже будет неплохо бомбить. Заморозка. Так, кукуруза. Нет, кукуруза их будет станет всех. Так, может вишню. Я не знаю, давай попробуем вот таким вот образом. А, подожди-ка, подожди-ка. У меня нету здесь подсолнухов. Без подсолнухов я далеко не уйду. Дикий, где ты там, дикий подсолнух? Вот он. Блин, будет сложно. Да офигения. Ну, давай выставлять. А, выставлять. Выставлять не стоит. Так, явился зомбосик тут, как всегда. Поорал. Ох ты, энергии-то у него немало. Так, он здесь у нас, да? Начинаем с тобой с мин. Все, кричит горлопан. Кричит и кричит, кричит и кричит. Так, где он там? Вот на этой, да, полоске? Ах ты, вниз ушел. Опачки, погоди, 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 мелкий зомби. Ё-моё. Давай атакуем. Еще атакуем. Так, выставляем с тобой растения. Мины, которые будут у нас тут с тобой бомбить их всех. Ну-ка. Где он у нас там находится, я не пойму. Наверху, что ли? Ах ты. Вот гаденыш, а. Он у нас получается наверху с тобой. Да где, куда мину там влепить? Давай сюда, наверное, поставим с тобой. Окей. Он здесь у нас, на этом ряду. Не могу разобраться, где он там находится. Ёлки-палки, так. У него еще 5 полосок жизни. 5 полосок здоровья. Так, этот зомби достал уже тут, ходит. Как все дома, просто как все дома. Разгуливается. И он опять уходит. От ответственности, гаденыш. Нет, не получится, ребят. Ну, всего лишь, вон, 4 полоски у него еще хп, как ты видишь. Он сжигает мне растения. Я, конечно, попробую пробомбить малька. Вряд ли, конечно, что-то получится. Минута всего лишь времени остается. И это плохо. Да ты запарил, смотри, что делает, а. Давай взорвем их тут, наверное, всех. Таким вот образом. Подсолнух, здесь взрыв. Тут у нас тоже должен быть взрыв. Ну куда вы там бежите, а?
Ну вот, видишь, что? Не хватает, ребята, у меня мощей, их пробить. Всего лишь до третьей полоски мы дошли. То есть 4 мы уничтожили, получается, да? 3 полосочки здоровья у него еще остается. Да, да. Печалька, конечно, но ничего с этим не поделаешь. К сожалению. Последние секунды у нас с тобой идут. 16. Тут еще и Гаргантюа появился. Здоровяк этот. Ну, для самого себя, по крайней мере, было интересно. Там у нас, ребят, проблемы. Крупные, кстати, проблемы. Буквально чуть-чуть не хватило нам перейти до второй. Типа, можете продолжить? Ну, давай продолжим. Сколько нам дали? 57 секунд. Почему так мало-то, эй? Ну, 57 секунд, ну, это несерьезно. Я думал, хоть дали бы мне полностью время-то. Ну, не так же мало-то, а. Ну, серьезно, ну что это? Зря потратил, получается. Ну да, получается так. Зря потратил. Где он там? Я не могу понять, я не могу сориентироваться, где он там шоркается. Ага, теперь наверх пошел. Не, ребят, тут какой-то трешняк пошел, ты посмотри. Зря только гемы потратил. Смотри, что вытворяет, а? Во, вытворяет, а? Даже не могу пробить его. Просто не могу. Да, немножко грустно, конечно. Нет, все, хватит, 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 хватит. Дайте мне 1700, и на это будем закругляться. Пинету еще заработал себе. Нет, не пинет, 1700. Блин, буквально чуть-чуть. Ну, ребята, опять же, повторю, нужно прокачивать растения, только в этом будет у нас успех. Ну что же, какое плей? Я не хотел... Какое плей? Причем, какой уровень сложности? Первый или продолжил? Господи, хотел закрыть, но... Ладно, давай отыграем. Фиг с ним. А, так тут всего 5 волн будет. Это значит, обычный уровень сложности у нас, да? Ну, здесь еще можно поиграть. Хорошо, фиг с ним, уговорили. Берем так. В принципе, этот гриб тоже неплохо. Он же сдувает противников, да? Как бы... И наносит там урон. Так, возьму арахис. Возьму вот так. Где у нас этот? Дикий подсолнух. Вот он, подсолнух наш. И кого бы нам влепить-то сюда еще? Можно арбуз поставить, в принципе. Или цитрона лучше влепить сюда. А можно даже... Вот, можно даже гриб. Попробуем. Ну, а что мы теряем? Да ничего. Так, подожди. Постараемся с тобой пройти хотя бы первый уровень сложности. Ну, хорош орать, зомби, хорош. Босс-замбос. Так, начинаем. Где он здесь? Здесь у нас стоит, да? Огонь. Куда вы прете? Вам здесь не рады абсолютно. Так, сюда поставим гриб. Так, давай будем выставлять с тобой везде вот эти вот ромашки. Как? Они не ромашки, они по-другому же наверняка. Так, ну-ка. Слушай, ну неплохо отнимает здоровье. Как ее звать-то? Как она величается-то, ё-моё. Вот этот. Халапенье. Я бы даже сказал, очень хорошо отнимает. Съест, не съест, по-моему, сожрет сейчас, да, мне? Так, давай сюда мину влепим. Ого! Тут-то их сколько накопилось-то, а? Дружище, успокойтесь. Так, влуплять, нам нужно пробивать с тобой. Во что бы то ни стало. Планта перемещается наверх, не наверх, не поймешь. Эй-эй-эй! Давай-ка тут без фокусов.
На, получил? Сейчас мы тебе еще влупим. И еще. Он убежал сюда, по-моему, да? Так, пускай пока поорет маленько. Так, в отключке, да, пока он там, я смотрю. Давай, 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 давай. Сколько там у нас? 1,5 минутки. Блин, я хотел. Ладно, здесь сделаем вот так вот. Ну куда ты там идешь-то? Штудирует он у нас, а? Блин, он меня, ребята, отвлекает. Времени-то мало. Так. О-о-о-о-о-о. Пошел, пошел, пошел в расход. Пошел, чувачок, в расход. 57 секунд. На все дела, ребят. 57 секунд. Ну, этого более чем достаточно. Что-то ускоряется-то здесь. Ускоряется он куда-то там. Все, мы его подбили. Лежит, короче, отдыхает. Ну, награду получим. Ну, почему бы и нет. Первого, да, конечно, легко. Я даже боюсь представить, что будет происходить на последней сложности. Если на второй ты видел, да? Можно было бы справиться, еще раз повторю, если бы были бы у меня деньги. Я бы мог хотя бы, ну там, бомбить уже босса чисто заморозкой. Чисто скиллами. Я бы его победил бы. Там чуть-чуть буквально хватило. А в таком случае, вот, без денег не получится. А вот на третьем уровне сложности, там, наверное... Ох ты, мне даже гем выпал, прикинь. Первый раз вижу, чтобы выпал гем. На тебе. Ну сколько там еще? 6 секунд. Так. Давай, 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 давай. Все, ребят. Ну, 2200 выиграли. Так, 10 цветочков. И здесь посмотрим, чего тут нам выпадет. Какие растения. Так, отлично. 5 арбуза. Слушай, ну неплохо. 5 арбуза, это великолепно. Вот лук, это не особо хорошо. Ну и цветочки. Ну, таким макаром, конечно, можно, ребята, накопить и на прапку, да? Ну, чтобы я смог прапать. Но это надо постоянно проходить, чтобы у тебя зомбос постоянно с собой дрался. Так, здесь мы получаем. Ну, хоть отыграли маленечко, сколько там? 5 гемов? Да, 5 гемов отыграли. Отлично. Ну, и эти ивенты, конечно... Да. Ну что, ребятушки, будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. Вы напишите, что можно здесь сделать, чтобы вам было интересно смотреть. И мы тогда будем играть. Так, я зайду быстренько еще в магазин. Хочу просто глянуть, что тут у нас есть. О, бесплатная пиньята. Как же я ее забыл взять, а ну-ка. Вот, 10 галактических орехов. Такого нельзя было упустить. И все получается, да? Погоди-ка, что у нас тут? Нет, это мне не надо. Я могу взять себе костюмчик за 2000 купить. Слушай-ка, за 20... А, ну это понятно. Для ледяного снапдрагона у нас костюм, да? И здесь для нашего горохострела. В принципе, я тут, по-моему, уже все костюмы, которые можно было купить, купил. Вот этот мне нравится, чувак. Но он донатный. Вот что обидно, что он донатный. Был бы он так вот, ну, просто можно было бы его находить, то было бы отлично. Так, зайду к себе еще в огородик, кое-что посмотрю. У меня там, по-моему, все созрело уже. Опа. Так, денежка. Еще денежка. Ну, видишь, цитрон у меня в шапке. В такой. Ну, в принципе, неплохо, ребят. Есть боулинг, есть подсолнух. Есть, ну, отлично. Можно будет проходить какие-нибудь ивенты. Сложненькие. Ну, а на этом, пожалуй, будем закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.